Южная сокровищница на шелковом пути. Дербент 2040. Неиссякаемый источник процветания. Стрела времени стремительно мчится сквозь тысячелетия в будущее. Свет древней крепости зажигает первые огоньки в микромузеях и мастерских. Пролетает по тенистому бульвару через железную дорогу и рассеивается на широкой набережной. Локальные инициативы, заложенные еще тогда в 2020-м, становятся самостоятельными институтами, создают доход и превращаются в собственные центры города. Преображенный Дербент образует два крыла. Город-оазис к северу, с инновационным агропарком и фруктовыми садами, и город мастеров к югу, с центром легких индустрий. От гор к морю расстилаются природные коридоры. Мозаика городских садов скрепляется зелеными улицами, карьеры превращаются в экопарки. Самур-Дербентский канал у гор становится линейным парком, сберегающим воду для жителей. Электробусы и городская электричка связывают все районы города, а две петли, исходящие из центрального транспортного узла под акведуком, замыкают сеть. Развитая пешеходная и велосеть, безбарьерная среда поощряют альтернативную здоровую мобильность, давая полную свободу быть там, где хочешь. Запускаются экспресс от аэропорта Махачкалы, круизные яхтенные порты, аэродром для малой авиации, и Дербент снова становится вратами на шелковом пути. К обновленному городу возвращается величие его прошлого. Как в старе, целый мир открыт ему. Здесь дух истории хранится в каждом камне и в каждой песчинке, в каждом доме и дворе, в сплетениях улиц Магалов, в воспоминаниях и ритуалах. Бизнес-кластером, городскими местами отдыха и развлечений, органично вплетается в яркую ткань города. Северная набережная завершает береговую линию. На пути от насыщенного программами парка к марине яхт-клуба благоустройство уступает более естественным ландшафтам, создающим защищенный от ветров и волн микроклимат. Малыми бережными шагами или амбициозными проектами, гибкой стратегией, Дербент идет к своей мечте. Это город мудрых и смелых, где чтут традиции и бережно взращивают будущее.